Акция «Флористы детям» проходит во многих городах России. Уфа, Иркутск, Пермь, Нижний Тагил. Сочи не остался в стороне. На мастер-класс были приглашены дети с родителями из многодетных малообеспеченных семей. Егор Ахметов пришел в салон вместе с мамой. Он переходит в 5-й класс, и у него теперь будет много учителей. Я делаю букет для учителя Юлии Александровны. Была у нас учителем английского языка в началке, поэтому нам очень повезло. Теперь она наш классный руководитель. Очень хочется ее порадовать. Я предлагаю вам одну высокую веточку астры. Прикладываем с той стороны, где у нас нет цветочка. А все остальные мы прикладываем ниже. Вот так вот. Флористы салона учили детей, как правильно составлять букеты. Основа флористики для начинающих преподавать здесь стала традицией. Именно салон «Море цветов» проводит в Сочи и детские мастер-классы, и взрослые. Я сделала этот букет для моего классного руководителя. Ее зовут Нарина Саядовна. Она преподает уроки технологии и музыки. Я очень старалась, я думаю, что ей понравится. Дети остались довольны. Во-первых, они не пойдут 1 сентября в школу с пустыми руками. Во-вторых, цветочный подарок они сделали сами. Когда мы смотрим на радостные лица ребят, которые приходят, берут в руки цветок, да, и уходят уже с собой, неся букет или композицию, нам тоже радостно, потому что мы смогли сделать этот мир чуть ярче, чуть цветочнее, ну и подарить частичку своей радости, тепла и цветов семьям. В салоне прошли мастер-классы для нескольких групп школьников. Пройдут там и так называемые уроки для мужчин, которые будут учиться делать букет-борщ, овощные и фруктовые композиции или ассорти из того и другого. Оценить новые направления флористики можно в салоне на Гагарина 25 или на страничке в Инстаграм «Море цветов Сочи». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.